Для создания рождественского венка вам понадобится круглая основа диаметром 30 см, алый палантин длиной 1,5 метра, несколько еловых веток, мелкие шарики и 5 соцветий новогоднего цветка пуансетия. Плотно обматываю основу венка и на каждом витке вставляю несколько еловых лапок. Каждый следующий виток плотно прижимает еловые лапки к основе. В конце закрепляю концы шарфа и, как видите, изнанка получается очень аккуратная. Равномерно распределяю 10 блестящих шариков по венку. Искусственные цветки пуансетти просто надеваю на закрепленные шарики. Можно их дополнительно закрепить булавками. Вот и все. Можно надевать на дверь и ждать счастливого Рождества. Для создания праздничного настроения не обязательно иметь дорогие материалы. Мы воспользуемся старым свитером и елочными игрушками, которые найдутся у вас в доме. Самое важное – это создать круглую основу. Я сплела ее из лозы. Но так как совершенно не важно, что будет под свитером, то можно вырезать круг из картона или согнуть пластиковую трубу. Закрепляем свитер и, чтобы уплотнить, обвязываю шнуром, лентой, елочной мишурой или любой другой декоративной веревкой. Наш венок становится похож на аппетитный круассан. Прикалываю булавками елочные игрушки. В моем арсенале миниатюрные елочные, так как дети выросли и большую елку мы уже не ставим. А вы смотрите сами, если игрушки крупные, то и основу делайте побольше. Можно на этом остановиться, а можно наколоть пушистые еловые лапки. Ну и цветок пуансетти, если найдется в вашем доме, то на венке он окажется к месту. Вот и все. Вы готовы к встрече Рождества. Внимание! Во время съемок ни один свитер не пострадал.